Латинская Америка. Дивная земля с богатой культурой ее народов и их тайнами. После поездки в Россию мы с Ларри Крофт и ее напарником Ионой продолжаем поиски могущественнейших артефактов древнего мира. Покойный лорд Крофт оставил своей дочери подсказки, и путь наш лежит уже в Мексику, на полуостров Юкатан. В колыбели майямской культуры, пытаясь остановить троицу, леди Крофт словно Пандора спровоцировал начало Армагеддона, стирающего все на своем пути. Теперь нам необходимо пройти через всю Латинскую Америку, опередить всех врагов, найти затерянный город Пайтити, заполучив там заветный ларец Кульгулькана и предотвратить гребаный конец света. Присоединяйтесь к нам! Вперед навстречу приключениям! Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи в летнем обмундировании ваш Альберт Вескер. Во-первых, всех с прошедшим 1 июня. Это, по сути, день, праздник детей, праздник любви. В общем, все понемногу, все по чуть-чуть и все приятного. Это во-первых. Она там что, была все это время? Если кто не понял, я сейчас мышку возьму, вам покажу. Вот. Мастер маскировки, я ее... Я четыре эпизода записал. Кстати, к ним тоже подойдем сегодня сейчас. Я ее ни разу здесь не видел. Я видел только вот этих ребят. А это... Ее здесь вообще не видал. Только сейчас заметил. А, еще тут трупец валяется. Ну ладно, трупец не в счет, на полную труп. А теперь к четырем эпизодам. Ребят, я видел ваши комментарии по поводу проседания. Ребят, объясняю, в чем соль. Прямо говорю, объясняю, что происходит. У меня, когда вот я играю вот здесь на ноутбуке, она вообще не проседает, даже на мой взгляд. То есть, даже вот замедления никакого нету. Но происходит какая-то дичь с ужиманием игры. Я же делаю в формате геймплея ее, к сожалению. И YouTube вот у малых каналов ужимает все это дело, делает кодек поменьше. Я не могу никак повлиять на YouTube, я стараюсь это делать какими угодными способами, но, к сожалению, не дается мне это. Ну, отчасти потому, что я не глава YouTube. Но один способ есть. Это увеличение численности каналов, причем активной численности людей. Так что в данном случае все в каком-то смысле зависит от вас. Никого не осуждаю, ребят, но это реально так YouTube работает, к сожалению. Нам остается лишь только наслаждаться прекрасной игрой. Иногда бывает, что где-то может быть просадка, но об этом я тогда сам скажу. Если я этого не говорю, это говорит лишь об одном. YouTube, скорее всего, ужал файл. Ну, постараемся с этим свыкнуться, по-другому нет. Некоторые писали, почему тогда ты записываешься, так лагает. Ребят, во-первых, у меня лично на моем именно ноутбуке не лагает. Она, кстати, реально хорошо идет с моим-то ноутом. Но я на всякий случай снизил сегодня качество аж до минимума, чтобы уж проблем вообще не было. Ну, в теории, надеюсь, что не будет. А во-вторых, по поводу того, почему записываю. Ребят, первое впечатление... А я в первый раз играю именно в Shadow of Tomb Raider. Вот в первый раз. Его не повторишь. С зависанием, не с зависанием, но первое впечатление всегда будет, поэтому почему бы нам его не показать? Это же логично. Пройти игру, неважно в каком она будет состоянии, и посмотреть. Что ж, высказался, ну а теперь погнали. Но учитывая как YouTube нам ее разделывает, я, скорее всего, в дальнейшем на катсценах не буду выключать вебку. Ну, учитывая, что YouTube это творит. Хотя бы будете видеть мою реакцию. Кстати, многие на это жаловались, что я обычно на катсценах выключаю вебку.
Может, реально не надо. Я бы, знаете, я бы с удовольствием бы ее не выключал бы даже обычно в катсценах. Мне не хватает того, что программа не позволяет записать два отдельных стоковых файла. То есть, скажем, отдельно чистую игру без вебки и отдельно вебку без игры. Но вебку с таким своеобразным хромаким, чтобы можно было все наложить аккуратно и без каких-либо проблем. К сожалению, никто почему-то до этого не додумался. Хотя я пишу во все программы, ну, разработчикам пишу совет это сделать. Это реально удобно, если вебка записывается отдельно. Нет, многие мне сейчас могут сказать, что VS-ка записывается отдельно. Не совсем так. Она может записать отдельно, но когда идет запись, вы не видите вебки. Вы не видите себя, точнее. Можно сделать там отдельными окнами, но там заморока полная. А в других программах подобного такого нету. То есть, я вот сейчас вижу, как вебка будет уходить в данный момент, и она уже записывается, по сути. Ничего с этим не поделаешь. Как долго погружается? Сложность. Можно по отдельности менять сложность боя, исследований, головоломок в результате в реальных параметрах. Ну, надеюсь на это. Сегодня мы с вами где-то, наверное, минут 45 будем. Я решил немножко упростить по времени эпизоды, чтобы не было так муторно. По крайней мере, этот, потому что я его записываю сейчас ночью, буквально в понедельник. Возможно, вы получите его ближе к вечеру. Вот эту запись. То есть перед сам стримом. Так. Минутку. Я могу что-нибудь здесь настроить? Это самый минимум, если что, на всякий случай. Даже я его не видел еще ни разу. Разрешение нормальное. Кстати, здесь кто спрашивает, какая у меня видеокарта? Вот она. Так, а по графике? А, я могу здесь ее видеть. Вот вы посмотрите. Даже низко и то хорошо. Так. Даже низко и то получше. Но знаете, самое Вот я сейчас бегаю. Ребят, может быть, у вас где-то проседает, но не у меня. У меня вообще ноль просадка. Вообще никакой просадки нету. Она буквально у меня бегает спокойненько, плавненько. Я не знаю, что поделать здесь дело. Хотя есть одна идейка, что может служить этому. Ну-ка, дайте я кое-что попробую сделать. Потому что я даже вот все у себя вырубил. Но, возможно, если я дам программке, которая записывает побольше сходств, может, тогда проблем не будет, как вариант. Проверю все. Я обычно стараюсь минимизировать все затраты к играм, но попробуем. Так, ладно. Мы с вами что в прошлый раз сделали? Какое у нас задание? Да, у нас гробница же с вами есть. И склеп. Давайте сначала в склеп сходим. Может, еще пекаря найдем. Кстати, ребят, еще раз спасибо за поддержку предыдущей нашей охоты. Надеюсь, что вам было тоже весело охотиться на этих больших свинок. Давай, открывай. Надеюсь, там нет никаких ягуаров. Осторожно. Осторожно. Да. Осторожно. Я только одного не могу понять. Если механизм, наверное, разовый, но если разовый... Да уж.
все законопатили, все закрыли. Ничего не оставили. Так, а вот тут вход вроде открытый еще. Так, наверху есть что? Нету. Этот закрыт, этот открыт. О, красота. Теперь по самую задницу в грязи. Но там можно пройти, а значит, скорее всего... Интересно, куда она ведет? Без понятия, но очень тоже любопытно. Неужели вы думаете, что я дам ей ее убить? Так, о, какой-то свиточек. Так, дневник 30 Джека. 30 мая. Сегодня утром мы вошли на неизведанную территорию, оставив позади лагерь с побелевшими от времени лошадиными костями. Похоже, что для Рейли все изменилось самым радикальным образом. С перевязанной ногой он быстро идти не может, и поэтому плетется в хвосте. Когда отец замечает это, он останавливается и подбодряет нас улыбкой. Правильно. Внешне он спокоен, но энергичная походка выдает его возбуждение. Он проносится мимо нас на каждом повороте, на вершине или насыпи. Джек Фоссета. О, сам Фоссет. Извините, мы это заберем. Вам оно уже в салоне нужно. Вы в загробном мире как-никак. Вот черт! Кто заказал Until Dawn от Лары Крофт? Так. Осторожно. Осторожно. Ага, то, что я собираю, исчезает, как и в предыдущих частях. Это хорошо. Значит, реликвия Джека Фоссета тоже уже взята. На всякий случай я проверю. Интересно, куда она ведет? Ладно, как я уже сказал, без понятия. Что ты там нашла? Пусть Урквуд проложит нам безопасный путь из этой жизни в следующую. Урква? А, Уркау? Так, кичуанский. Изучили полностью. Красота. Черт! Я пока тут пройду. Ну, это вход в... Зараза, зараза, зараза та еще, согласен. Что у нас тут? Стандартный склеп. Ну и что там? Вечерние звезды, сапоги, получено снаряжение. Некоторый костюм дает усиление. В общем, я костюмчик нашел. Отсюда должен быть выход. Да должен быть, только он должен возвращать нас на ту же самую позицию. Учитывая, что я думал, что проход будет совершенно в другое место.
А, это руда. Я уже думал, подъем какой-нибудь. Нет, ну, в принципе, меня бы сюда не пустили бы тогда разработчики, что логично же. Вот здесь можно подняться наверх. Думаешь? Ну, в общем, они обучают нас так, будто это первая гробница. Это хорошо. Да, это, конечно, для нас не первая гробница по меркам Мисс Крофт. Но лучше, чем ничего. Знаете, самое забавное, что даже такой низкой графики у меня живот сейчас хватило. Объясняю, почему. Я не очень люблю высоту. Ну, сейчас спустимся, и все будет нормально. И, да, наконец-то можно будет пройти вот этим засегдатайским путем. Так, давай, Лара, залезай. Так. Здрасте. Здесь сказано, что рядом есть потайная комната. Потайная комната Шангрила. Какие добрые ребята. Это она есть, да? Ой, красота. Архивариус, что тут у нас? Это документы. Я вот здесь парочку документов пропустил. И тут артефакт. И здесь артефакт. Надо будет... То есть, смотрите, все, что серое, это все собранное. Пекари. Тут пекари, по-моему, да? В общем, у нас есть документ. Прекрасно. Не зря сюда решил зайти. Мы сейчас тогда основную локацию обыщем, прежде чем двигаться дальше. Открой, пожалуйста. Какой удобный склеп. Уфу. Только сейчас понял, что один из трупов к ней с задницей прямо был на уровне. И тут буквально на уровне лица задница. Это как надо было оказаться в такой высоте, чтобы тебя пикой застряло в так, чтобы когда кто-то будет проходить в следующий раз, у твоего тела, вот она, твоя задница. Может, кстати, может, он намеренно так сделал. Нет, ну, в принципе, логично тогда это все объясняло бы. Нет, это реально много чего бы объяснило бы. Так. Где? Подо мной. О. Слушайте, подо мной какое-то жилище. Может, тут есть какой-то обход? Тут дыра прям полноценная. Даже не замечал. Я не знаю, сломает это или... Нет, не ломает. Она не хочет ничем биться.
Может быть, спуск будет там внизу. Кстати, вполне может быть. Это вполне возможно. Стоп, ну тогда за что мне здесь зацепиться? В общем, есть предположение, что, скорее всего, вот этот документ, он будет здесь. То есть, ну, нет, понятно, что здесь. Я имею в виду, есть предположение, что там внизу пещера, которую я не вижу, потому что пока еще туда не перешел. Но если я сейчас найду какой-то другой угол... Ага. Вот, смотрите, надеюсь, мышка... А, нет, мышку не будет видно. Вот, видите, краешек лука, я так мышкой, видите, вот. А если вот так это отвинуть, там будто какая-то щель есть. Кстати, хочу фоторежим попробовать. Знаете, я заметил такую вещь, что у меня проблема с фоторежимом обычно. В том плане, что Лара порой выходит не очень. А порой, наоборот, очень. Поэтому... О, какой хороший. Нет, все хорошие, но я вот этот оставлю классический. О. Так, я запринтскринил. Вот это мне нравится. Хороший вариант. Мне нужен был именно хороший вид. Так, с видом разобрались. Следующий должен быть недалеко от нас. Тоже под нами. Может, не дадут спуститься туда вниз? Ну вот тут есть, да. Дневник Джека. 9 августа. Я оставляю эту страницу здесь, чтобы развеять все тайны, если для меня это приключение станет таким же фатальным, как и для моей группы. Меня зовут Джек Фоссет. 20 апреля 1925 года я вышел из Куебы, Мату-Гроссу, с отцом Персивалем Харрисоном Фоссетом и моим лучшим другом Рейли Риммелем в поисках Зет. В живых остался я один. Золотой город. Моего отца растерзали два свирепых ягуара, а Рейли погубила неосторожность. Я сам не в лучшей форме, но не собираюсь сдаваться. Мой отец полагал, что Зет уже недалеко, и я тоже так считаю. Я пойду дальше на запад, в надежде, что не иду навстречу своей смерти. Ну? Все же лучше, чем ничего. Ну, еще один пекарь. А отсюда можно уже осмотреться. Нет, я не вижу никаких тут. А хотя, подождите, я сейчас ее помечу. Да, достаточно низко. И все же я не понимаю, как мне ее доставать. Ну ладно. Там люк. Там конкретно... Может мне этот люк как-то сломать? А ну минутку. А над люком ничего часом нету? Ну, типа, взял, сломал, разбил. Вот реально. Лар, может, ты хотя бы откроешь? Я думаю, сдвинуть эти палки не проблема. Хотя, может быть, тут есть под... Ну, конечно, он есть. До меня сейчас зашло.
Тут, возможно, подводный вход. Так, как там пускаться-то? Удивительно, его нет. Ладно. Так. Давайте тогда пойдем за артефактами. Уж это забрать-то я, наверное, смогу. Потом в гробницу. Же нет этого ломика, ну, ледоруба не заберется, и соответственно она не пройдет сюда, который и так же очень нужен. В общем, дилемма: у нас не хватает материалов, точнее инструментов, а раз у нас их не хватает, сюда мы еще вернуться успеем. Тогда давайте пойдем в гробницу, оттуда по сюжету, потому что нам нужно встретиться с Сионой. А заодно пцал с Сигуаром, если повезет по скорости. Что? Я круг сделал. Здорово. Плутаю по собственно. Спасибо. Приятно, что игра не забывает напоминать об этом. Нет, в хорошем смысле приятно. Ледоруб, да. Тоже закрыто. В общем, у меня нет ледоруба, и я его не могу добыть. А Ларна, кстати, жаловалась. Кстати, вот что могу сказать. Игра бы нам... Это древолаз. Если увидите такую... Вообще, если увидите любую такую лягушку, бегите как открытого огня. У них в большинстве своем очень опасные ядовитые железы на коже. Можно так отравиться, что аукнется вам. Так, давай. Раз. Тут фоторежим идеально, мне кажется, будет. О, красота. Вы только посмотрите, идеально. А, давайте заодно, кстати, документ помечу. Да, там есть отверстие. Походу я вижу веревку. Не уверен, конечно, на 100%. А может быть, я ошибся. Ладно.
Так, давайте тогда я все-таки... Зря тогда, наверное, отрезал, но ладно. А, в принципе, она, если надо, будет потом переключиться куда нибудь. Она сама Мигель? Это сделает. О, да, здесь... Я и забыл, что мы ищем его. Не нравится мне это. Мигель? Ты где? Где-то здесь. О, нет. Мигель? Мигель? Ты бы не стояла бы, загоришься. Так. В бок. Бедный пекарь, такая красивая крыса. В каждой части света, похоже, есть свое мифическое двуногое существо, которое живет в лесу. Угу. Здесь его называют Сисимите, страж леса. Говорят, что он похож на большую обезьяну. Мужчин он, по слухам, убивает сразу, а женщину носит в пещеру и спаривается с ними. Ну, логично. Как говорится, плюс одну очку навыков. Так, раз появился одну очку навыков, давайте тогда не будем терять зря время и пойду прокачаю. За Мигель не переживайте, с ним все хорошо. Он никуда там не денется, не переживай. Так. О, предмет новый появился. Так, рекурсивный лук. Так, подождите. А, вот здесь как раз таки должны были появиться вот эти вот новиночка. Рот фитнес. Нет, по-моему, было. Ладно, один ее классический. Так, это у нас что? Авантюристка черный. Ну, это, так сказать, ее своеобразная стандартная форма. Для подводного плавания. Ну, я исследовательница одену, ей идет. Да, это был костюм. Я не помню, какой костюм. А нам нужен навык. У нас с вами сейчас одно очко навыков. Давайте выбирать. Совиная добыча. Получите возможность получить токсинный яд, разделываемый пауков жуков. Для раздела необходим самодельный нож. Это есть... Здесь нужно два. Здесь два. Извивание удава. Совершить бесшумное убийство. Лара автоматически забирает ресурсы у своих жертв. Вот это можно было бы взять. Было бы полезно. Лисий знак. Визуальная помощь при прицеливании в голову врага. Тоже полезная штука. Я вот это возьму. Со мной постоянно такое что-нибудь происходит, что я куда-то туда падаю или куда-нибудь еще падаю. Я об этом говорил уже и ранее. Вот теперь и появилась причина. Mm-hmm.
Привет, пекарь, я не по твою душу, успокойся. Да меня так сейчас... Что если она откроет это своим весом? А-а. Но задумка была была хорошей. Задумка была хорошей. Прыгнуть таким образом и провалиться в эту яму. Ну тут, скорее всего, знаете, наверное, понадобятся гранаты. Какая Лара Крофт без гранатов, дробашей и так далее. Ну, или хотя бы того же самого двуручных пистолетов. У нас сейчас пока только лук, потому что все разлетелось. Так, быстро-ка здесь осмотримся еще раз. Да, у нас остался только встреча с Милотой. О. Как раз еще давайте. Ну да, как раз 45 минут уходит примерно. Мигель? Нет никаких тут Мигелей. И обратно залезть я не смогу. Значит, здесь мы найдем с вами. Фу. Я на всякий случай фоткаю. А. Вот отличная заставка сейчас будет. Я его вам говорю на 100%, вам понравится. О, привет, Мигель. Я же сказал, все хорошо, видите, ждет нас. Привет. Ты был у меня на заставке, помнишь? Ты мне должен сидеть в кисе. Красота павианы. Их еще не хватало. Спокойно, кошак. А ну не рычи. Да, спокойно, Лара. Доставая лук и стреляя тому, что сзади. Даже я понимаю. С каких пор они охотятся парами? Так. Началось. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Твою мать. Покиньте территорию ягуаров. Так, да, чисто идем прямо. Шкуры. Так. Пусть будет. Лишним не будет. Так, с эту не прибью. Здесь надо поосторожнее. Да знаю, Лара. Где ты? Вот чёрт. Спокойно, это скрипты. А я понимаю её, тут... Тут гребаный ягуар. Жёсткая посадка, сразитесь. Вот. Где ты? Да ну.
получается. Что, не нравится кошара? Он сверху ходит. Вот тебе, я сделаю себе. Я ему сына его сделал. А ну иди сюда. О, привет, кошара. Иди сюда. Да иди сюда. Да, зараза. А ну, не, иди сюда, выше отсюда. Давай, есть. Вот, молодец. Ну вот, шубка на зиму в Лондон готова. О, привет, ты тоже был Леонард Застер. Это, кстати, он и был. Точнее, в трейлере нашем. Кто не видел, посмотрите. Вы его видели в самом начале сегодня. Вы его знаете. Это же местная телезвезда нашего канала. Ну, что-то должен сделать? Вот. Вот что значит, когда имеешь хорошие связи. Местный каннибализм? Не осуждаю. Может, была его самка. Хочет поиметь напоследок. В принципе, понятно. Возился с ней, возился. Решил тут ей помочь. Она сдохла. Только под... Бывает. Так. Удерживаю тебя для лечения. Так, а, Л. Ага. Тут надо все пособирать. Больше ничего нигде не валяется. Слишком много всего дают, это мне нравится. И не нравится одновременно. С одной стороны, это хорошо. Но, в принципе, это пусть ягуаром. Так что это, в принципе, наверное, правильно. О, тут еще и человеческие черепа валяются. А почему только черепа? Где все остальные кости? Я все понимаю, ягуар в основном навряд ли жрет головы, но, ну, в полной мере этого понимания. Ему же все равно надо что-то кушать. Я думаю, сейчас он к нам не полезет. Мы же уже дали ему покушать. Поэтому сомневаюсь, что у него проблемы будут. Кстати, павиана что-то я не вижу. Ну, я хотя бы одного прибил, уже рад. О, какие люди. Вот часть обломков. Иона! Вот это навевает сериалом Lost. Лазаем по деревьям. Лара. Так, вот тут давайте сориентируемся. Тут есть еще пара гробниц. В общем, вся зона нам известна. Ткань. Хорошо. Мне наверх надо, поэтому сначала я осмотрю всю низину. Сначала изучаем вниз, потом вверх.
тут, скорее всего, какой-то проход есть, так полагаю. Он ведет к склепу. Я сначала все изучу. Склеп позволит здесь изучить все остальное. Он дает карту, направление, видение. Ага, это альтернативный путь к Ионе. Принято. Идемте пока в склеп. Если он... Вот это ты красавица у нас. Да, вот тут-то ледоруб я и получу. Я смогу потом проникнуть и в тот, и в следующий склеп. Так и сделаем. Есть еще вариант в водичку нырнуть. Может, там что будет. Никогда же не знаешь. Что обитает в этих водах? Тоже наверх путь. Добрый биплан, ничего не меняется. Так, тут есть водопад, дайте-ка я проверю. Ага, есть, да закрытый. Ладно, идемте на дверь. Изготовление бесшумных стрел. Ладно, полезли к Ионе. Дальше все равно лезть уже некуда, только наверх. А тут я все вроде поизучал. Да, это второй путь. Иона! Самолет! Иона! Ты тут? Должен быть тут. Отлично. О, второй ящик и ледорубчик наш уже выложенный. Сколько уже? Уже 48 минут. Ох! Я думала, ты погиб. Да ладно. Погиб. Ага, как же. Эй, ты знаешь, что с Мигелем? Без понятия. А, Мигель, его сожрали. Пошел на благо природе. Что у тебя с рукой? Вывих. А, да какой ты паразит. А-а-а. Я хотел найти полынь, но она здесь не растет. Покажи. Эй, ты чего? Если оставить, будет только хуже. Сядь. Это да. От таких помирают очень быстро. Ты знаешь, что делаешь? Да. Со мной случилось что-то похожее в детстве в Египте. Не стану врать, это больно. Что поделаешь? Думаешь, это была та самая буря, предсказанная фреской? Не знаю. Терпим. Кажется, нам пора пополнить запасы. Мы так ломанулись вперед. Полетели прямо в бурю. Я не думала, что все так обернется. Я... Надо было настоять на своем. Теперь я понял. Ты фокусируешься на цели, и все остальное исчезает. Так должно быть вообще-то. Иона. Эй. Я за тебя. Это мой выбор. Как правило.
Да. Но если мы умрем, кто предотвратит бедствие? Кто помешает Тринити добиться своего? Никто, они сами помрут. Они же не знают как. Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех подведу. Ну, может, ценой пары часов нам стоило вернуться. Да вполне. Может, дать ему имя? Не надо. Илай. Мой кузен. Он был тот еще паразит. Пожалуйста, не надо. У меня от этого воротит. Да, Илай. Ненавижу паразитов. Спасибо. Пора идти. Нам надо найти Кувак-Яку. Там мы заночуем. Заметано. Ладно. Ой. Давай сначала изучим хотя бы зону, где мы сейчас находимся. По-моему, за теми лианами виднеется деревня. Это второй лагерь. Хорошо, что ты остался у самолета. Ты Я подожди. Хотел подать сигнал на случай, если ты рядом. У меня была ракетница. Да. Это Мигель, хорошо. Кажется, направлялся к нему, когда... Бедняга. О, а тут что у нас? Стоп, 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 это что? О! Неплохо. Нашел тайник. Но зона закрытая, за редким исключением. Так, тут прыжок. Опачки. А я этого даже не заметил, когда плавал. Так, ранец географа нашли. Секреты найдены. Ну и что я упустил? Тайник выжившего. Еще один. Но это только именно географ будет оставлять. Вот здесь тоже тайничок. Вот здесь тайничок. В общем, есть нам чем с вами заняться. Как раз таки тут наверху тоже есть. Нам, поскольку с вами идти все-таки вот в это направление, давайте мы в этот раз... Я могу быстро телепортироваться? Я, наверное, могу телепортироваться только между точками непосредственно сейчас. Надо вернуться в лагерь для начала. Артефакт, фреск... Хотя бы даже... Записывать слишком... Слишком много записывать сейчас, потому что хочу эпизод... Все-таки вам был напрямик, и я сам сказал, что хочу немножко ограничить эпизоды по времени. С моей любовью к разговорам. Прям очень сложно сделать. Ничего не поделаешь. Ладно, так... Тут никаких ящиков. А когда это Илай успел в тебя впиться? А, я хотел проверить, чистая ли вода. О, да-да-да. Молодец. Проверь, чистая ли вода. Ты правда веришь во все то... Как это? Ну, что ты сказала про бедствие? Апокалипсис. Я верю, что если это правда, ради этого стоит рискнуть жизнью. А Тринити за это готова убить. Так это... значит, дело все-таки вместе? Нет, нет. Когда я взяла ключ, я ощутила силу, которая меня куда-то влекла. Она реальна. Эффект Пандоры. Если ты ощутила силу, взяв ключ, она теперь у тебя в голове? Нет.
Кто знает. Она пропала, когда Домингес забрал ключ. Ты уверена, раз она такая мощная? Давай просто найдем Кувак-Яку, ладно? Да. Да уж. Знаешь, будь все это ради мести, я бы понял. Ты уверен? Разве тебе не хочется сейчас оказаться там, где тепло и сухо? Выпить пиво, пофлиртовать? Еще как, ты не представляешь. Но все равно я бы понял. Дело не вместе. Они закончили? Прекрасно. Прочная металлическая кирка, помогающая лазать по скалам. Примитивный предмет предназначен для того, чтобы лазить по горам и драться. Оружие рукопашного боя, позволяющее чаще и сильнее оглушать врагов. Зачем я первобытный? Я классику возьму. Вот это мне нравится. Лук? Извиняюсь, хороший. А вот телепортироваться я, к сожалению, не смогу. Как вы можете видеть. А это не удивительно, тут ионы, а и грыбодали ягуары по периметру. Ладно, оставим его на следующий раз. Ребят, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто сегодня смотрел. А также спасибо всем, кто ставил лайки всем предыдущим 4 эпизодам, ребят. Реально большое спасибо. Буду рад услышать ваше мнение по поводу этого эпизода. Он сегодня буквально будет монтироваться. Сегодня уже понедельник, 2:53 утра. Всем привет, я с вами. Он сейчас будет, я его поставлю сейчас на монтаж. Его должен быть, наверное, где-то уже, если не к полудню, то хотя бы к 6 часам уж точно будет готов. Кстати, если кто не понимает, почему я так рассчитываю, потому что у нас такая ситуация, у нас была ситуация недавно с Sonic Force'ами. Ой, не про сами, Sonic Generations, эпизод 16, который вышел в субботу, но он был задержался из-за того, что после загрузки автоматически YouTube почему-то до сих пор, я до сих пор не его смотрю, когда он его обработал, он до сих пор не обработал до конца, так что буду следить за этим. Так или иначе, ребят, если вы это видите, значит все прошло аккуратно. Что ж, с вами был Вескер, Umbrella The Ching, до скорой всем встречи, всем пока, удачи и увидимся. И, кстати, как вам местная кошка? Она реально культурная, она же знает, что она у нас на канале. Главная звезда.